Ому, вчера на Ому играл. Не очень. Четыре персонажа хочется, капец. Ё-моё. Хорошо. Можно остаться здесь, какую-то карту сейчас взять, потом еще две какие-то карты взять. Я просто трипет бы сделал и все. Это кринж. Ну, нет других каток. Просто как показание, показатель того, что какие катки сейчас есть. Надо брать вот это и через Торисгос играть. Но так как четвертый ход и Тайлема, это очень много должно быть. Ну, просто Тайлема, они сейчас очень слабые просто. Ну, из-за четвертого хода, почему бы не взять? Гоап. Еще одного найдем, выиграем. Очень сильная карта, капец. Мне так нравится, капец. Это уже ладно, наверное. Или можно забрать какую-то элему у него. Без пореза. Не придет ара. Токсичность. Не, смарик это не токсичность. Марик это просто смарик. Это мой любимый. Это, между прочим, если кто не знает, это смарик с меня срисовали. То есть мне лично близко приходили домой ко мне и говорят, можно ваше лицо вставить в смарик? Вот, это я. Эта карта хорошая. Эту карту надо брать. Чё у меня за автозвук под окном появился? Это какой-то чел уже второй день подряд ездит и просто долбит. Го за номи. Просто можно рендер найти, например. Под это вот очень сильно будет. Можно затаунтить его. Чё, новый лем? Ну, не нужен, наверное, уже. Одного хватит. Фух, это хорошо. Вот это, Сань, хорошо. Вот это заносик на элемах. Кстати, надо было, наверное... Какой ход? Восьмой. Вот хочется апнуться в шестую таверну, найти Гара и Джина. А потом вспоминаешь. Надо просто брать всех элемов. Иначе я пожалею, что так не сделаю. Элемов нет. Я услышал. Он такой мусорный. Это такая фиговая карта. И надо сделать, типа, где-то 3, может 4, 3 где-то. Но 6 это шестерка карта, 6. Просто 6. Трубач. Я ее 3 раза брал. Все 3 раза топ-8, просто невозможно играть. Она ничего не дает. Она дает там одного элема за 3 хода. Это ужас. Она должна давать хотя бы одного в ход. Хотя бы одного, желательно два. Они, наверное, думали, то, что это может быть как-то шестой картой будет работать. Но это вообще не работает карта. Ты же не можешь элемов достать нигде. Не вылетай, не вылетай! Не вылетел. У меня больше, чем 15 хп, я могу апнуться, наверное. Не знаю, стоит от того. Там, в принципе, и с Next Tavern-то ничего нет. Можно просто апнуться, чтобы апнуться. Хорошо. Это, о, это... Не буду брать, откажусь. Как-то так. Неужели нормально катка на элемах сейчас будет? Надо вообще этого продать. Да, вот такого поставить. Продать, он очень маленький. Челик этот. Ну какой он фиговый, чаяч! Ну он просто бесполезный. Чё соберется? Ничего. Тут особо выбора нет, что брать. Какой фиговый. Ну окей, он пускай стоит, как бы, пускай. Все стримеры ПХС, тебя почему приятнее всего смотреть тем, чем те же. Тут я ничего не буду говорить. Я не против никого, ничего не имею. Каждый просто выбирает своего стримера, скажем так. Каждый выбирает свой контент. Кому-то нравится что-то одно, кому-то что-то другое. У меня тоже хейтеры есть, которые желают мне такие вещи иногда. Иногда комментарии читаешь, там чел просто неадекватный. Он такое тебе пишет, он такое тебе желает. Просто откуда столько агрессии, почему? За что? Что я тебе сделал? Вообще ты меня знаешь в реальной жизни, ты меня не знаешь. Ну, это момент такой стримерский. Надо выкидывать уже Ревентера. Ничего не дает. Да, надо выкидывать. Хм, ну давай. Это походный этап, чат. Золотой Роко Менталь.
Наверное, бесполезно брать. Там что, наги? Зверей нет? Зверей нет. Ну, не знаю. Выглядит так себе. Андрюша, спасибо. Надо вот этот трепет собрать обязательно. Он трепете очень много дает. Вообще одна из лучших карт обновы. Ой. Спасибо, Андрюша. Ладно, следующий ход. Если следующий ход, конечно, будет. Надеюсь, что будет. Вот это хороший ход. Я надеюсь, что это победа будет. А, ну, дракона топ. Не, победы не будет. Дракон все равно сильней. Хотя можно переиграть будет. Шансы есть. Идем только вперед, не сдаемся никогда. Есть проблема Ютаба. Элементали никогда не набирают просмотров. Почему-то всю жизнь. С того момента, как элемов добавили, они всегда очень плохо просмотры набирают. Вот он. 4 получается, да, рука менталя у меня. Надо продать уже, он не особо. Офигенно сыпет. Меня такие карты устраивают. Вот это в трепет просто собрать и, в принципе, все, играть только через них. Это бессмысленная карта, не имеет смысла. Нет! Да ну нафиг, ты прикинь. Забанили YouTube, спасибо. Как говорится, спасибо за поддержку. Спасибо за все. Спасибо за баны. Из-за этого сейчас ход не успею сделать, скорее всего. Да слабовато. Да, я из-за бана не успею еще ход сделать. Еще один. Два золотых? И в этот момент YouTube забанили. Я просто в тильтовозе. Абсолютный тильт. Смотри, что тут собирается. А мне как получается? Это здоровье, а это атака. Вообще идеально. Вообще офигенно. Там что? Драконы. Можно яд взять? Да, возьму яд. Такое себе. Просто качаю. Просто качаю. Вот это как-то в триплет бы собрать. Слишком большая карта в трепете. Ну вот, чач. Как-то так выглядят новые элемы. Через вот эту тему. Не то чтобы это ультра сильно, но... В данной катке это сильно, очень. Не знаю, как расставиться здесь. Я против ни разу не играл. О, разбанили. Ютаб разбанили. Это 100% на ютапчик. Я думаю, что у меня должно быть побольше, чем у него дракона сейчас. Продавать не буду. Поставлю вот так на первый слот, это на последний слот. 140. Красота! Красота, этот чел еще сейчас копирует 174 себе. Ты это просил этот топ-1. Вот, пожалуйста. Шучу. Дракона все равно сильней. Я не знаю, как его обыграть. Яда особо не помогут. Пока можно просто паролить. Лерои нужны очень сильно. Еще один! Шестой! Это вообще как? Впадлу брать. Прикольно то, что они у меня по очереди работают. Это круто. Типа ХП, потом атака. Ну, вы поняли. Дракон-то, получается, все равно больше получает, да, получается. Бывают ошибки, случаются. Ну вот как тебе в трепет собрать? Ну я думаю, это последний ход, скорее всего, сейчас вылетел уже. Может быть, он сейчас соберется под конец. Го, яд возьму. Вылет. ГГ, это поражение. ГГ! Спасибо за игру, как говорится. Ну не, шансы есть. Шансов нет. Ну, чтоб вот такой трейд был. Шансы есть, другалек! Шансы есть! Мы не сдаемся сейчас, всегда до конца, всегда до талого. Жалко, что продать его пришлось, но выбора не было. Яд мне не особо что-то много дал. Ну, что-то дал, поэтому... Может быть, его стоит оставить сейчас. Я еще найду. Ядов очень много в лобби. Отлично, в бабле. Бабли челик. Есть яд. Вот это занос! Вот это занос! Это лишнее. Надо было элемо взять. Ну что могу сказать, это мой лучший занос на элемах в этом патче. Вот такого я ни разу не собирал. Он сейчас еще удвоит свое хп. А, ну все, топ-1.
И только если он Лерой вообще поставит, если Лерой поставит, он выиграет. А так у него шансов вообще нет здесь. Типа, слишком крутаного. Я слишком рано Элема нашел. И слишком рано Ривендера нашел. Поэтому я смог через эту тему собраться. А так, на самом деле, эта карта не очень сильная. Но в данной игре это прям имба. Прям очень сильно. Сколько там хп? 664 хп. Это дофига. Он терпит. Смотри, он... Он весь стол втерпел. Вот это настоящая терпила. Чач! Я приветствую ютаб. Здорово всем. Очень хорошая катка. Очень классная игра. Очень красивый топ-1. В принципе, даже почти на скилле. Не считая нахождения карты на четвертый ход, да, по-моему. Почти 6000 мр.